Сегодня 28 июля и отмечается День военно-морского флота, с чем мы всех причастных и поздравляем. А теперь к нашим баранам. Всем здорово, с вами канал Гулянин, и сегодня мы на веломагистрали. В общем, нас четверо из Гулянина. И в очереди на регистрацию, потому что вот она, мы в принципе в ее начале, но тем людям, без кого это будет пройти. Какая у нас большая очередь, боже, я за вас боюсь. Вы же можете не успеть к началу старта гонки, дело пробега нашего. Она же совсем скоро, уже вот четко, ровно через час. Но мы за час не успеем, ребята. Надеюсь, что мы успеем. Но тем не менее, регистрация будет открыта и после старта. В общем, 12 они пройдут, наверное. Но это не точно. Эта карта какой-то просто позор. Ведь, ну, во-первых, это тупо принтскрин с сайта DoubleGIS. Он же 2GIS, он же 2GIS, как кто хочет. Во-вторых, люди все еще прибывают. Сейчас где-то, наверное, 11:25. 12 колонна должна стартовать. Регистрация заканчивается в 3. Логично. Но учитывая то, как они ее проводят, они очень, все это очень затянуто. Вот на такую длиннющую очередь. Один пункт регистрации, на котором я им дал фотку QR-кода своего, по которому они должны были меня зарегистрировать. Они его попытались считать, не смогли. После этого они сказали: открой, пожалуйста, в приложении. Но у меня не установлены их приложения, поэтому мне сказали: ну, проезжай. Класс, супер, окей. Ладно, зарегистрировались, нам дали маршрут. По поводу маршрута бомбил Макс. И бомбит вот сейчас вот там вот Макс. Ну, радует то, что здесь включили фонтаны. И невзирая на всю жару, есть где ополоснуться. В общем, поэтому пока терпимо. У меня куча комментариев к данному мероприятию из серии. Ну, знаете, анекдоты такие есть. Как вам наше мероприятие? А матом можно? Нет. Отличное мероприятие. Вот типа того. Сейчас поем тут Буратино, доказательство Буратино, мы поем велосипед. Маслакан. Еще раз пробуем. Он пытается завести толпу, но у него ничего не получается. Как-то вообще не чувствую никакого единства. Говорят, сообщество большое, сообщество классное, все такие золотые игры. Да? Когда-нибудь все это будет твоим. Акуна Матата! А теперь внезапная новость. Московский проспект закрыт, там нельзя ехать. И поэтому организатор сказал сейчас: ну, делайте, что хотите, короче. За свою безопасность вы тоже отвечаете сами. Да. Короче, мы отправляемся и сейчас откатаемся по красоте. Потому что вот сейчас 12:05, они объявили старт вместо 12 в 12:40. Потому что очередь почему-то не кончается еще. Удивительно. Люди подъезжают. Они не ожидали, что столько народу будет. Не рассчитали. Это будет веселый выпуск, полный бомбежа и бомбежа, и бомбежа, и бомбежа. А сейчас началось то, что больше напоминает какой-то Эликет. Ну, то есть вот этот бешеный забег фиксеров. Правил дорожного движения соблюдаться не будет, я отвечаю, в большинстве своем. Нашей тусовкой заехали в магазин за водой и всяким разным. Вообще, это немножко способ уйти от общей колонны, которая стартовала на 70 километров от старта, чтобы чуть-чуть ехать все-таки самим по себе. Потому что не очень удобно. Потому что правила дорожного движения соблюдать далеко не все. А мы стараемся. Мы хотя бы стараемся. Опа. Так. Опа. Итак, поставили нам первые штампики, и мы выезжаем на второй.
Здорово. Привет. Мы в неком подворье, и сейчас мы пойдем отмечаться. Идите, отмечайтесь, я жду. Второе КП на Лиговском. Мы уже отметились, и что я могу сказать хорошего? Там дают вот такую бумажку. Ты можешь, вот именно в магазинчике Тирель, не сочтите за рекламу, это просто второй. Короче, сделать фотку, выложить в соцсеть, получить банку энергетик. Тут же, на кассе. Неплохо. А потом удалить эту фотку из Инстаграма. Со стороны вот магазина это хороший ход. Ну, прикольно, да, как минимум. Пойду отмечаться. Ну что, все? Тихо. Мы знаем, что вот этот мост Литейный, а этот мой мост поселка. Петра Великого, да. Он же Башлёкский. А это, блин, что такое? Новый мост, мы нашли новый мост. Точнее, они нашли новый мост. Картограф этого мероприятия просто, вы богичны. Продолжаем движуху к следующему КП, он же чекпоинт. Это далеко на Лесной. Сейчас будет, короче, большой перевал через весь город. Посмотрим, что там в самом центре творится и вообще можно ли там проехать сейчас. Близится очередной чекпоинт. Мы уже где-то рядом. Подъезжаем. У нас очень серьезный контент. Все успел, тут все. Мы едем на последний чекпоинт. Покрышки у вас есть 26? Есть. Камеры? Есть. Супер. Так, раз, два, три, четыре. Остался только финиш. Здесь даже можно что-нибудь прикупить, водички дают попить и все дела. То есть нормально, нам здесь нравится, здесь хорошо, сейчас даже будет починка производиться. Дима опять прокололся. Как мы вовремя, потому что сейчас подъехала основная колонна. Мы прям идеально подъехали. А это у них не первый пункт, а у них второй пункт. Второй. Продолжаем движение в сторону теперь уже финиша. Атмосфера, нас становится больше, потому что финиш близко. Мы вернулись. На этом официальная часть завершена. Победа одержана. Глянин преодолел эту хреново организованную веломагистраль. Автопати после веломагистрали объявляется открытым. Как тебе это все вообще? Это все? Вот это вот все. Ну как сказать? Ну покатались. О. Ну да, организация так себе. Особенно в самом начале. Блин, одна будка на 100-500 человек. Ну как, не очень. А так, да, покатались в хорошей компании. Вода! Что, вода? Целый литр воды налили бесплатно. Это тоже вот нормально отбилось 150 рублей. Просто мы с Дмитрием пришли к мнению, что вот эти 100 рублей это была отличная мотивация не прогулять это мероприятие, а приехать на него. Это уплочено. К черту, вообще все к черту. Главное, что вот это была отличная тема встретиться, поэтому да хрен с ним вообще. Ой, мянты. Ой, тогда там какие фильм про ментов снимают. Очередной. Давайте кинем в них арбузный корм. Особенно то, что не было никаких основок движения, не было никакой организации безопасности для нескольких сотен человек. Выход, который, собственно, нашелся буквально со слов организаторов. Типа, вот вам три чекпоинта, но вы можете ехать абсолютно как хотите. Вот вам кривая карта. Вот вам кривая карта, это просто... С новым мостом! С новым мостом, которого не существует в Петербурге. Но, по сути, получается, мы проехали не 50, не 70, мы проехали примерно 62, что ли, вот так километров. Потому что если бы было хотя бы на 3-4 чекпоинта больше, у нас бы не получилось соскочить так, как соскакивали мы. То есть это строго организационный провал.
Ну, короче, начинание явно хорошее, но нужно еще как-то допилить, домутить. Вообще, мы отлично провели время, и это, в принципе, хорошо. Классные компании покатались по всему городу, посмотрели его, насладились погодой, иногда не очень хорошей, иногда хорошей. И на этом, пожалуй, на сегодня точно все. Хочется много набомбить и про кривую карту, и про кривую организацию, и про кривое все в этом мероприятии, но черт с ним. Мы отлично провели время, и на этом спасибо организаторам. И за значок, и обручек спасибо тоже. 100 рублей отбились. Все, всем до свидания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, что-нибудь напишите в комментарии. Всем пока. Подальше от нашей земли.